Здравствуйте, друзья! И еще один раз я приветствую вас в программе «О жизни». Меня зовут Мацула, я старший пастор церкви «Слово жизни» в Москве. И в этих программах мы хотим говорить о жизни, обо всем, что важно для всех нас, которые хотят служить Господу, знать Его, приближаться к Нему. Сегодня у нас тема творчества. Творчество – это важная тема, конечно, в Библии, и бросает нам вызов, как верующие люди. Потому что первое откровение о Боге в Библии – это то, что Он творитель. Библия начинается с этими словами: «Вначале Бог сотворил небо и землю». Это значит, Бог – Он тот, который начинает, Он тот, который творит. Он тот, который делает что-то. И мы люди, которые сотворены по образу Бога, мы имеем это в себе. Мы имеем способность думать о чем-то новое. Мы имеем способность начинать что-то новое. Мы имеем способность мечтать о вещах, которые сегодня есть в моем сердце. Но я хочу, чтобы это стало реальностью в будущем. И так мы похожи на Бога, мы имеем Его природу внутри себя. И об этом мы будем говорить сегодня. Потому что Бог, Он, конечно, хочет развивать эту способность, это желание внутри каждого из нас. У вас, я верю, есть намного больше внутри, чем вы знаете. У вас есть потенциал, у вас есть дары, которые вы сегодня, может быть, даже не знаете, но Бог, Он хочет дать жизнь, Он хочет благословить это, Он хочет дать вам понимание, как вы можете расти во всем этом. И недавно